Приветствую вас, давайте мы с вами разберемся с тем, что вы написали. Значит, вы пишете о том, что ваш настоящий муж не принимает ребенка от первого брака. Я полагаю, что совершенно очевидно, можно предположить, что второй брак у вас, ну, не складывается так, как хотелось бы. Вот, я так полагаю. Соответственно, у вас уже второй брак находится под, ну, своего рода угрозой, да, под угрозой распада. И если у вас второй брак находится под угрозой распада, то определенно есть что-то в том, как вы ставите себя с мужчинами, как вы репрезентуете, например, себя. И, то есть, как вы ведете, как реагируете на то, что они делают, отстаиваете ли свои личные границы, говорите ли твердое нет, когда этого требует ситуация, и так далее. Какие у вас мотивы, да, то есть, ну, вступать в отношения с мужчинами, по любви ли вы это делаете, или по расчету, если по любви, то как проявляется любовь, если по расчету, то, соответственно, как проявляется расчет. Вот эти вот все вещи нужно переосмыслить, потому что, ну, согласитесь, когда два мужа, да, то есть первый, второй брак, получается не очень, но, наверное, есть какие-то проблемы. Проблемы в поведении, именно ваше. Вот. Мы не говорим сейчас про мужчин, да, потому что, ну, мужчины — это другие люди. Вот. А именно про вас. Во второй строчке, где вы пишете, что он обзывает вашу дочь, я так понимаю, это дочь, он говорит, что от осинки не рождаются апельсинки. Это вполне вероятно свидетельствует о том, что мужчина ревнует к вашему, бывшему мужу и не может принять, что помимо него у вас был кто-то еще. Это очень часто реакция мужчин на, ну, на подобного рода ситуации, очень частая реакция, вот, и мне думается, что вам нужно в первую очередь с ним поговорить и, собственно, поставить вопрос, грубо говоря, ребром. То есть, это моя дочь, это моя плоть и кровь, соответственно, что мешает тебе принять ее, раз ты принимаешь меня. То есть ты же не дурак, да, ты понимаешь, что я свою дочь люблю, и она для меня самая лучшая. И ты же не дурак, ты понимаешь, что я от нее никуда не уйду. И ты же не дурак, ты понимаешь, что если ты оскорбляешь ее, то ты оскорбляешь меня. Соответственно, если ты не принимаешь ее, то ты не принимаешь меня. Вот. То есть, твоя проблема с моей дочерью — это твоя проблема со мной.
и скажи мне, в чем у тебя проблема со мной, а не с дочерью? Дочь как бы ни при чем, она чем виновата? За что она получает такое отношение? Вот. Это с вами нужно сделать. То, о чем поговорить с мужем. Потому что рекомендация поговорить вам есть, а вот о чем поговорить нет. Далее. Вы пишете, когда мы с ним сошлись, дочь была совсем маленькая, она называет его отцом. Вот здесь, конечно, довольно интересный момент, но вы о нем совершенно ничего не пишете. Когда вы сошлись со своим нынешним мужем, ваша дочь была маленькой совсем. Как муж к ней относился? Хорошо ли? Плохо ли? Если он относился к ней хорошо, что изменилось потом, когда он стал относиться к ней плохо, ну, хуже? Если он относился к ней плохо изначально, как вы допустили такого мужчину в свою жизнь, который плохо относится к вашей дочери? То есть, на мой взгляд, вот эта история, она заслуживает самого пристального внимания. И, что важнее, формированию вашей позиции, То есть вам нужно сформировать некую свою позицию по данному вопросу. Потому что пока что это, ну, это противоречие. Далее, вы говорите, сейчас я родила от него еще одного ребенка. И снова, снова здесь есть противоречия. Я поясню, какие противоречия. Вы говорите, я родила от него ребенка сейчас. Но он же обзывает вашу дочь. Он же причиняет вашей дочери боль. Как же так получилось, что несмотря на это, вы родили от него ребенка? На что вы рассчитывали, чего ожидали? Вот говорит, что стало еще хуже. А чего ожидали? Вопрос. Чего хотели? А как думали? Ну, как думали будет? То есть думали, что ребенка родите, значит, второго. И все. И проблема уйдет, проблема разрешится, проблема не станет, или как? Знаете, какая история? Здесь вот такой момент, на мой взгляд, является очень важным. Ну, для понимания. Для понимания вашей проблемы. Далее. Я работала, сейчас нахожусь в декретном отпуске. Первый муж алименты не платит. Опять же, почему? Да? То есть, ну, вот. Муж не платит алименты. Ну, понятно. Не платит алименты, не хочет. Хорошо. Но можно же
с него эти алименты требовать по закону. По закону-то вы имеете право на алименты, верно? Вот у меня к вам возникает вопрос. А требовали ли вы от мужа алиментов по закону? Или это та история, когда человек прикрывается тем, что ему нечем платить, там и так далее. Опять же, интересный момент, поверили ли вы в это реально или нет. Это очень важно. Дальше, вы пишете, что дочке своей покупаю одежду сама и лекарства. Может, он пару раз за 2 года купил лекарства. Знаете, что интересно? Интересно, что речь идет о лекарствах, не об игрушках, не об учебе, а лекарствах. Так что, может быть, ваша дочь больна чем-то? Если так, коли так, то важно, как вы относитесь к этому, к тому, что она больна, что вы сами сделали для того, чтобы она не была больна, и сделали ли что-то. Знал ли ваш муж нынешний, что она, больна? Или не знал? Если узнал, то когда? Как отреагировал на то, что она больна, ваша дочь? И так далее. Потому что если ребенок болен, то муж может опасаться, что и его ребенок будет больным, например. Муж может опасаться, что это бросает тень на него, что он отец типа больного ребенка, и это бьет его по самолюбию. Да, бывает и такое. В общем, причин, как вы понимаете, довольно много. Если ребенок болеет, то это еще важнее понять, что с ним и так далее. И еще важнее с мужчиной поговорить как можно быстрее, потому что, ребенку и так не сладко, да, приходится, соответственно, из-за этой ситуации так совсем тяжело,
тяжело. Вот, поэтому тут нужно не сразу, конечно, расходиться, да, расходиться не, нет, нужно сперва попробовать понять вашего мужа, что он конкретно имеет против девочки и вас. Вот. Это вот по поводу того, что вы пишете о лекарствах. Далее говорит, что почему он ее содержит. Значит, соответственно, ну, на мой взгляд, это вопрос очевидный. Вам нужно самой знать на него ответ. Он ее содержит потому, что вы вместе. Именно поэтому. А если он не хочет ее содержать, это означает, что он не хочет содержать вас. Понимаете? Какая история. Поэтому здесь, на мой взгляд, вам нужно, ну, достаточно жестко себя проявлять. Ведь от вас зависит ребенок. И, как я понимаю, ребенок больной, что вдвойне накладывает ответственность на вас. Разве нет? Что мне делать? Ну, в принципе, я сказал, что делать, да? Сперва вам нужно обязательно разобраться со своими причинами, значит, ну, именно вот причинами своего поведения такого, с причинами вашего сценария такого, какой вот есть у вас. А дальше будет, в общем-то, вам самой, ну, более понятно, как и что нужно будет делать. Расходиться ли? Это хороший вопрос, я полагаю, что разойтись вы успеете, в общем и целом, всегда. То есть, знаете, разойтись, особенно если есть куда, разойтись это не сложно. Другое дело, изменит ли это вашу ситуацию, сделает ли это ситуацию лучше, вот что важно. И я почему-то думаю, что ситуация не изменится, если вы уйдете от своего мужчины, потому что у вас нет понимания того, почему снова и снова с вами происходит то, что вы не можете построить
брак не можете выстроить, брак, и не можете привести людей к тому, чтобы они вас уважали. А до тех пор, пока люди не будут вас уважать, ну, вам будет сложно наладить взрослые отношения. Ну, адекватные взрослые отношения, я имею в виду. Поэтому, как бы это сказать, разрыв отношений с мужчиной вам ничего не принесет. Тут нужно не расходиться, а тут нужно именно анализировать, как вы пришли к этому вот результату, к такому результату. Ну вот, какой у вас есть. Вот. Ну и, соответственно, изменить ситуацию, именно изменить ситуацию, вы сможете, начав ее менять, себя. То есть вот, начните именно с себя менять ситуацию. То есть с перемены, именно с перемены своего отношения к себе. И дальше вы увидите, как будет развиваться история. Вы можете попробовать лишить своего мужчину возможности выбора, например. То есть вы можете сказать либо так, как ну, как я хочу, а либо никак вообще. В конце концов, это опять же ваше право. То есть вы находитесь вполне в своем правовом поле здесь, и имеете все основания требовать от человека, чтобы он, ну, как минимум вас уважал. Вот только так ситуация и может измениться. А по-другому, ну, знаете, ни один мужчина не будет ничего менять до тех пор, пока его, собственно говоря, все устраивает. Вот. И именно это сейчас и происходит с вашим мужем. Он ничего не меняет, потому что его все устраивает. Он, ну, вероятно, знает, что вы никуда от него не денетесь, он, вероятно, знает, что вы никуда не уйдете. Либо не верит тому, что вы можете так поступить. И, собственно говоря, ваша основная задача
ваша основная цель показать ему, насколько сильно человек ошибается, насколько сильно человек не прав здесь. Вот только через такое поведение можно что-то сделать. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я надеюсь, что вы определенные выводы сделаете, определенный опыт извлечете. И после этого постарайтесь реализовать его непосредственно на практике, потому что только так, только через практику можно рассчитывать на то, что что-то получится. То есть начните с вопроса, что я хочу изменить и что я готова для этого сделать. Это вот, пожалуй, ключевой момент, с которого все и начинается. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации, здоровья вашему ребенку.